Во-первых, мы много забили, но нужно работать над защитой, потому что пропустили очень много. Будем что-нибудь с этим делать, тренироваться. Как сказали нам, на такие команды нужно настраиваться в два раза сильнее, потому что не знаешь, чего от них ожидать. Вот как я и говорю, мы, наверное, плохо настроились, поэтому в двух играх очень много пропустили. А сложнее было выиграть первый раз или второй раз? Потому что, как говорят, повторить результат всегда труднее. Вот в этот раз как было? Ну, вторая игра всегда сложнее дается, потому что соперник уже будет знать, что мы будем делать, и будет более готов сильнее к нам. Вот если пробежаться немного по всем соперникам, с которыми вы сыграли, с кем сложнее было больше всего в этом сезоне бодаться? Бодаться? Ну, думаю, самые интересные матчи у нас были с командой ЦСКА-2, которые проходили у нас дома. Шли все время мяч в мяч, и каждый гол был очень сильно важен. А обидно было вот так вот упустить очки? Я тоже смотрел эту игру, обе. Ну, это была наша ошибка. Свое не забиваем, пропускаем. То есть больше вы проиграли вы, чем выиграли ЦСКА? Ну, думаю, надо поработать над реализацией, и результат будет лучше. Твоя личная цель вот на ближайшее будущее? Получать больше игрового времени, набраться опыта и попадать в первую команду.